приветствуем вас на программе «Истина Евангелия» с Эндрю Вомаком. Цель его служения – донести до людей весть о Божьей безусловной любви и благодати. Благая весть вещается через множество телесетей и библейский колледж Харрис по всему миру. А теперь, пожалуйста, Эндрю. Я приветствую вас на программе «Истина Евангелия». Сегодня четверг, и сегодня я практически заканчиваю серию, которую учу вот уже шесть недель о том, как найти, исследовать и воплощать Божью волю. Я хочу сказать, что это было мощное время, мощное учение. Раньше мне говорили, ну, ты каждый раз говоришь, что это мощное учение, оно твое собственное, как ты можешь свое собственное учение хвалить? Ну, я так на все это смотрю. Если оно благословило меня, почему оно не может благословить других людей? Оно действительно меня благословило, изменило мою жизнь, и хорошо и полезно всегда обновлять и повторять то, что благословило тебя. Так Господь меняет мою жизнь, я радуюсь тому потенциалу, который это учение имеет для вас. Вы не сможете случайным образом воплотить Божью волю. Бог, Его волю нужно найти, за ней нужно следовать, и потом нужно воплотить закончить, финишировать сильно. Вот об этом я говорю на этой неделе. Я говорю о том, как повиноваться Богу. Если вы не повинуетесь Ему, поступайте своенравно, полагайтесь на свое собственное понимание и не действуйте по Божьему по Божьей заповеди, то не воплотите то, к чему Бог вас призвал. Отчасти, может быть, да, но не увидите во всей полноте Божьей воли. Я говорю о том, как важно иметь взаимоотношения с Господом, поддерживать их. Он никогда не устает и не утомляется и Он также наполняет вас своей силой, своей мощью, которая есть у Него, если вы уповаете на Него. Я говорил о терпении, что терпение совершенно необходимо. Терпение — это вера под контролем, или вера, растянутая на долгий период времени. Люди могут себя возбудить, завести в сфере веры, Посмотреть какое-то свидетельство, увидеть какое-то чудо, и тогда ваша вера, она вроде как поднимается, но вы не сможете ее удержать долго, потому что терпение ⁇ это вот эта поддерживаемая вера. Долгий период времени. Если вы хотите воплотить Божью волю, вам нужно терпение. Я приводил уже эти стихи вам на память, но еще раз их прочитаю, Евреям 6, 12, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование. Мы уже обсуждали этот стих. В 13 стихе говорится: Бог давай обетование Аврааму, как не мог никем высшим кляться, клялся самим собою говоря истинно, благословляю, благословлю тебя и размножаю, размножу тебя. Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. По-другому можно сказать о терпении, что это выносливость, твердость, когда кто-то может выдержать нагрузку короткий период времени, но потом выдыхается и выходит из сил. Так вот, долготерпение или терпение – это ваша способность сохранять свою позицию, свою веру длительный период времени, быть твердым, стойким. Здесь говорится которые верой и долготерпением наследуют обетование. В 16 стихе он говорит «люди», то есть на самом деле он продолжает ту же мысль, говорит о вере и долготерпении, и он говорит «люди клянутся высшим, и клятва в удостоверении оканчивает всякий спор их». Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впоследствии клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу». В этих стихах много важных вещей, но я хочу подчеркнуть в 16 стихе, когда он говорит, начинается со слова «люди», на самом деле он продолжает ту же самую мысль и говорит «клянуться высшим». И клятва их — это удостоверение, которое является как бы якорем. Вы знаете, это все мощные истины. Он говорит о вере, терпении, и потом он начинает говорить о том, как Бог клянется нам, обещает, дает обещание, потому чтобы мы могли сохранить твердую веру, и долготерпение. О чем же идет речь? Ваше терпение приходит через обетование Божье. Когда Бог что-то обещает, если вы понимаете цельность Бога, Его честь, Он никогда не будет лгать. И все это способно нас успокоить от всяких наших страхов. Если Бог не лжет, а Он не лжет, Он клянется, что это то, что Он сделает. Не потому, что Он обязан и ради себя, а ради вас, чтобы убедить вас, меня, что Слово Божье вот что гарантирует нам обетование действий. Вот с чем должна быть связана наша вера. Я уже делал это утверждение, что когда вы приходите на служение, там правильное настроение, правильная атмосфера, свидетельство есть какие-то исцеления, и у вас может быть такой скачок веры в атмосфере вера, которая поможет вам. Но вы знаете, что такой скачок веры не продержится долго. Можно увеличить свою веру через свидетельство и тому подобное, но Слово Божье дает вам твердость вере, постоянную веру, долготерпение или веру в длительный период времени, то, что Библия называет долготерпением. Вы не сможете сохранить сильную веру и продолжать в этой вере, вопреки обстоятельствам, если вы не пребываете в Слове Божьем. Во время обеда я был в гостях у своей работницы, которая потеряла мужа, он умер. Она проходила через сложную ситуацию. Это сложная ситуация, много плохого происходило, но она прославляла Бога, благодарила его. Она была счастлива, несмотря даже на это. Так вот. Причина, почему она сохранила мир в сердце, была благодаря Слову. И я сказал ей, я рад видеть, как ты реагируешь в этой ситуации. Она говорит, ну ты же об этом проповедуешь. Да, я проповедую, но люди слушают вроде, что я проповедую, и даже соглашаются, но попадая в кризис, они не имеют этого долготерпения, их вера не постоянно, они начинают колебаться. Именно благодаря тому, что эта женщина делает то, чему я учу, она взяла Слово Божье, она стоит на этом Слове, и благодаря этому ее эмоции под контролем, и она держит ситуацию под контролем. И ее вера и долготерпение дают ей наследовать обетования. Это мощная истина, мощная истина. Господь говорит, что дал все эти обетования нам, чтобы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Позвольте мне провести здесь связь. Я говорил о терпении, о том, что нам необходимо терпение для того, чтобы исполнить Божье обетование, получить Божье обетование, исполнить Божью волю. И когда здесь он говорит о долготерпении, в Евреям 6 главе, он говорит о надежде дважды. Он говорит о том, что Бог поклялся и дал нам успокоение, чтобы у нас была твердая надежда. Посмотрите, 24 стих, Римна 8 глава. «Ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему ему и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Что я хочу сказать, когда показываем эти стихи? Терпение и надежда связаны друг с другом. Нельзя иметь одно без другого, как говорится в Ленина 8.25. Когда мы не видим, тогда ожидаем в терпении. Терпение — это часть или, можно сказать, плод отросток надежды. Если у вас нет надежды, то у вас не будет терпения. Но если у вас есть надежда, то тогда вы с терпением будете проходить по Когда надежда человека так сильна, так что ничто не может ее потрясти, тогда вы можете действовать в терпении. Об этом говорится касаемо Авраама, в 4 главе и 18 стихе, когда говорится, что он сверх надежды поверил в надежде, что станет отцом многих народов. Это была безнадежная ситуация. Он был слишком стар, жена была слишком стара, но у него все еще оставалась надежда, хотя не было причин на надежду. И благодаря этому он увидел воплощение Божьего обетования. А я говорю вам, что нужно хранить себя в одушевлении. Надежда это уверенная, позитивная вера того, что что-то произойдет. Я уже учил на эту тему недавно, но ваша надежда подразумевает также воображение. И я много учил на эту тему, которая называется «Как оставаться наполненным Богом». Я учу о воображении, я связал воображение и надежду. Я верю, что надежда... Это позитивное воображение. Я не буду сейчас, конечно, повторить эту тему, но тот, кто действует в надежде, вместо того, чтобы негативно находиться в своем воображении, когда доктор говорит, вы умрете, и он начинает думать о своих похоронах, о том, как они будут выглядеть, как его жизнь потрачена зря, какие песни будут петь у его гроба. Это не надежда, это воображение, но не надежда, это негативное воображение. Если у вас есть обетование, что Бог хочет, чтобы вы были здоровы, и у вас есть надежда, и вы начнете представлять себя здоровым, стоящим твердо, воздающим славу Богу и свидетельствующим людям о том, как Он чудесным образом вас исцелил. Поэтому в надежде вы можете увидеть, есть у вас позитивное воображение или негативное именно от того, что вы воображаете. Это слово Божье, вы видите, оно происходит, или вы чего-то боитесь, вы волнуетесь, ходите в страхе. Все эти явления — это последствия негативного воображения, отсутствия надежды. Возвращаясь к Евреям 6 главе, Господь дал нам свое слово и поклялся, утвердил все это, чтобы мы могли иметь твердое утешение, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Это Евреи 6, 18 и 19, которая для души есть как бы якорь безопасный, крепкий и входит во внутреннейшую завесу. Ваша надежда как якорь. Если у вас есть корабль, и он находится в бухте, он припаркован, что называется, то там есть движение волны, ветра. И рано или поздно этот корабль либо выкинет на берег, либо вы вынесет в море. И если у вас есть лодка в воде, чтобы она осталась на месте, нужно бросить якорь. Якорь ее как бы держит на одном месте. Вот об этом здесь и говорится, что наша надежда подобна якорю. К чему приторочен этот якорь? К тому, что за завесы — это отсылка к обратно к скинии, храму, когда были внешние дворы, где были все, потом был внутренний двор, куда входил священник, и также внутренняя часть святое святых, это та часть, где находился ковчег Завета, где обитал Бог и где было само присутствие Божье. И здесь говорится, что надежда приводит нас прямо к этому присутствию Божьему и связывает нас с Богом. Классная истина. Если вы хотите воплотить Божью волю в своей жизни, то вам необходимо иметь такую надежду, которая связывает вас с тем, что сказал вам Бог. И вы не должны давать Ветрам, учениям человеческих, мнениям разным, житейским ветрам сдуть вас с курса. Вы должны находиться зафиксированной позиции с Господом, с якорем, с этим. Возвращаясь к себе, к своему примеру, я хочу сказать, Бог показал мне надежду, Он показал мне свою волю. И у меня было сильное видение, сильное воображение, надежда того, что я буду делать. Возвращаясь к программам, которые я снимал недавно, последние несколько месяцев, сейчас мы строим библейский колледж и городок для студентов в Удланд-Парке. А все это стоит нам очень много денег, и требуется практически 3 миллиона долларов в месяц, чтобы служение функционировало, это не учитывая строительство. И плюс к этому. У нас есть ежемесячные расходы, и нам нужно в районе 6 миллионов долларов в месяц. Я 45 миллионов долларов уже вложил в это строительство за последние 5 лет. И за все оплачено. Мы делаем все без долгов. Это хорошо, но... Нам нужно продолжать это строительство с прежней скоростью. Нам необходимо это. Мне даже пришлось отказаться от офиса. У меня нет офиса в этом здании, потому что там слишком много людей, и я больше нахожусь в разъездах, поэтому я отказался от офиса и отдал это место для дополнительных занятий, для аудиторий. Когда мы проводим различные какие-то мероприятия, нам нужно, чтобы люди были наверху. Внизу мы занимаемся съемками. И, в общем-то, и то нам неудобно. Сейчас мы строим второе здание на 3200 мест. Это аудитория специальная. Мы сможем перенести туда наш колл-центр. 150 человек работают в колл-центре одновременно. К этому добавок у нас будет там офисное пространство. Нам все это необходимо, и нам нужно это все. У меня есть надежда и видение что все это произойдет, все это будет завершено. И Бог показал мне проект. Он... Мы сделали такой 3D-проект, который показывает наше первое здание, святилище, 70 тысяч квадратных футов. Оно полностью оплачено. Второе здание сейчас строится площадью 150 тысяч квадратных футов, наполовину построено, тоже все оплачено, также строится гараж 336 тысяч квадратных футов. Все это я вам показал, все это у меня было видение. У меня есть надежда, которая подобна якорю. Я все это не сам придумал. Я не могу, конечно, вас убедить или доказать вам, что это так. Но я говорю вам, что Бог показал мне видение. И я не придумал его сам. Бог все это дал мне. И у меня есть надежда, она как якорь. И люди приходят ко мне, выступают против меня и говорят, что ты никогда ничего не сделаешь, у тебя не получится. Иногда люди не говорят прямо, но когда я говорю им о том, за что я стою в вере, какие-то большие проекты, они закатывают глаза и типа, ну да, да, давай, давай, размечтался, давай. Ты лучше вернись в реальность, так говорят мне. И на меня нападают, критикуют. У нас были взлеты и падения финансовые, но все это направлено на то, чтобы отодвинуть меня от видения, которое Бог дал мне. Но это видение, оно подобно якорю, и оно удерживает меня в нужном месте. До тех пор, пока я могу видеть, это видение в своем сердце, я верю, что вижу воплощение его своими глазами. Вот о чем здесь говорится, вот как мы воплощаем Божью волю. Вам необходимо укреплять это видение. Люди постоянно будут вас критиковать, нападать на вас, чтобы у вас не было. И у вас не обязательно должно быть такое служение, как у меня, или вы должны быть на телевидении. Главное, как только вы шагаете за пределы нормы, как только начинаете мечтать, люди будут на вас нападать, критиковать вас, и думаю, по этой причине люди делают, потому что они, это их единственный способ с жизнью как-то примириться, что ну нельзя все свои мечты довести до ума и так далее. И они успокаивают себя таким образом. И когда появляетесь вы, которые говорят мощные вещи, добиваются больших результатов, для них это осуждение, им дискомфортно. Почему они не стоят вере за что-то? И вместо того, чтобы им подняться на ваш уровень, они пытаются вас опустить на свой уровень через критику, через критику видения. Они вам начинают рассказывать, почему все это не будет работать и так далее. А я говорю вам, что вам необходимо сохранять эту надежду и видение, которое Бог дал вам. Вас это видение должно быть таким сильным, таким твердым, что, как говорится в Римном 8 главе, вы буквально можете видеть что-то надеждой, глазами сердца, и тогда в вере будете ожидать воплощения. Когда эта надежда так сильна, я уверен, что все произойдет. Я не знаю сроков, я не знаю точно как. Но то ли это один человек даст нам большую сумму денег, или это будет множество людей, которые будут участвовать финансово, но есть надежда Я не знаю деталей, я не знаю, как пройти от того, где я сейчас, до, до того места, где я должен быть, но у меня есть надежда, и поэтому у меня есть терпение, так что это произойдет я знаю, что кто-то из вас смотрит эту программу и говорит, ничего там не произойдет у тебя, ты только мечтаешь. Но я уже вижу, как Бог творит чудеса. Мы построили это здание ценой в 32 миллиона долларов, когда у меня был ноль, 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 полный ноль вообще без палочки денег, чтобы начать что-то. Я начал провозглашать свою веру, как я сейчас ее провозглашаю, и вы знаете, через два года. Мы увидели, как это здание было достроено, полностью оплачено. Я видел, как это случилось, и вы не можете мне сказать, что это невозможно, и невозможно до конца довести этот проект. Я уже увидел, как это происходит. Вы можете меня критиковать, можете не соглашаться, но если вы будете достаточно долго жить, то увидите, как это видение воплотится полностью. Я надеюсь, что для вас еще не слишком поздно начать верить Богу, и вы можете меня поддержать своей верой и согласиться со мной. Но я говорю вам, что это произойдет. Надежда Моя, как якорь, она в святое и святые входит. В присутствие Божие я знаю, что все это произойдет. Я знаю не только это в отношении зданий, но вижу, что мы будем. Взращивать людей. Здание — это всего лишь инструмент. Вот настоящее видение, что у нас будут тысячи людей. Мы строим этот библейский колледж, эту аудиторию, в котором будет 3200 человек с вечерними занятиями и прочее, прочее. Мы вполне можем обучать 4000 человек одновременно у нас дома, здесь. Уже сейчас у нас в шесть раз больше человек в системе занимается, чем то, что мы делаем у себя дома. Если мы увеличим нашу базу, так сказать, где будем вмещать 4000 человек, и, и этот процент сохранится, то мы можем иметь 25 тысяч человек, обучающимися одновременно в наших библейских колледжах Харрис в этой системе. И эти люди будут рассылаться по всему миру. Это уже происходит и влияет на мир. Это уже случается сейчас. Наши библейские студенты по всему миру сейчас находятся Таиланде, Гонконге, Филиппинах, Южной Америке, Северной Америке, по всему миру, в Африке, в Азии, в Индии, в Европе. Назовите любое место, мы там есть, Австралия. И эти люди изменяют ландшафт, изменяют общество. Вот мое видение, вот что Бог показал мне. И вы знаете, благодаря сильной надежде, которая есть у меня, я способен твердо стоять в вере. У вас не может быть терпения, если нет сильной надежды. Если бы вы могли представить наших олимпийских спортсменов, зачем они проходят через обучение, тренировки, мучают себя, пока другие дурачатся и бездельничают. Эти люди себя дисциплинируют, тренируются, придерживаются диеты, упражняются, проводят Проходят через разные трудности. Зачем? Потому что у них есть надежда, они видят себя стоящими на подиуме, когда играет национальный гимн их страны. С какой страны, я не знаю играет ваш национальный гимн. И у них есть вот такая надежда, которая дает им способность перенести сложности, трудности, продолжать идти вперед через э, различные проблемы. Потому что у них есть надежда, есть видение того, что они совершат. Если у вас нет видения на вашу жизнь, у вас должна быть сильная надежда внутри вас. Иначе вы просто будете плыть по течению, болтаться, что называется, куда вас понесет. Пока... Вот смотрите, этот корабль, у которого нет якоря, его будет бросать волнами, его может выбросить на скалы, может унести в открытое море. Его нельзя контролировать. Если вы просто идете с потоком, то так жить не следует. Вам нужно найти Божью волю для своей жизни. И не только желать, надеяться. Найдите Божью волю. Вам нужно начать двигаться в направлении того, что Бог вам показывает. И вам необходима эта надежда, вам необходимо взращивать видение внутри вас, накачивать вашу надежду, укреплять ее, так что, когда на вас начнут оказывать давление, критиковать вас, ваша надежда Будет как якорь, она будет удерживать вас на нужном месте. Я этим занимаюсь уже 47 лет. И честно скажу, что моя надежда настолько сильна, я не могу даже представить, я не могу подумать даже о чем-то, что могло бы меня сбить с курса моей жизни. Через какое-то время ты набираешь такую скорость, такую инерцию, что тебя ничто не может остановить. Если машина движется на скорости 1000 миль в час, и если поставить на ее пути маленький камешек, она его даже не заметит. Она даже через стену каменную пролетит. Когда вы набрали инерцию, скорость, вы увидите, как все будет происходить. Ваша надежда подобна этой силе. Вы должны с терпением проходить ваше поприще. Завтра будет заключительный день этого учения. Звоните и пишите сегодня. Пути Господни неисповедимы, так любят говорить люди. Но правда в том, что Бог желает открывать свою волю для нас. У Него есть предназначение, путь и цель. В книге «Как найти, следовать и воплощать Божью волю» Эндрю говорит о важнейших принципах успешной и плодотворной жизни христианина, как познавать волю Божью, как она нам открывается, какие опасности могут предостерегать нас на этом пути, что может помешать нам воплотить предназначение, а что, наоборот, может помочь. Из этой книги вы узнаете эти и многие другие важные особенности, как узнать, следовать и воплощать волю Божью. Для этого вы можете позвонить по телефону 8 921 993 7009 или 8 812 371 6104, или написать нам через наш веб-сайт ру .ru. Эндрю хочет, чтобы вы знали, что можете заказать книгу с одним из его главных откровений, которая обязательно изменит вашу жизнь. Это книга «Дух, душа и тело». В этой книге вы найдете ответы на наиважнейшие вопросы для каждого христианина. Что происходит, когда вы спаслись? Как ваша жизнь может меняться к лучшему? Вы узнаете, что Писание говорит об устройстве вашего внутреннего человека. Предлагаем вашему вниманию два важных учения Эндрю Гомака, собранные в одной книге, которая называется «Твое новое Я и Святой Дух». Новообращенные верующие со стажем получат благословение, узнав из этой книги больше о спасении, которое они получили через Иисуса Христа. Также из нее вы узнаете, почему крещение Святым Духом абсолютно необходимость для верующего, что такое говорение иными языками, для кого это дар, можете ли вы использовать его сегодня. Книга Эндрю Вомака «Евангелизация через ученичество» написана так, что по ней любой верующий сможет научиться и научить других важнейшим истинам христианской веры. Эта книга – самый простой инструмент для наставничества. Инструмент настолько простой, что все, что требуется для работы с ним – умение читать. С помощью этой книги вы сможете изучать важные библейские истины в группе, в церкви, в семье или с друзьями. Закажите книгу «Евангелизация через ученичество» прямо сейчас на нашем сайте cbtcrasha.ru в разделе «Книги и DVD». Вы можете сделать заказ, позвонив по одному из указанных ниже телефонов или написав нам на электронную почту, которую видите на экране. Еще раз повторим, что вы можете заказать учение Эндрю в книге на CD и DVD-дисках на его веб-сайте cbtcrusha.ru cbtcrusha Вы можете также получить эти материалы, позвонив по следующим телефонам в России 8 921 993 7009 или по телефону 8 812 371 6104 Вы также можете написать нам письмо, отослав его на адрес, который видите на экране. А теперь давайте посмотрим анонс завтрашней программы от Эндрю. Это один из принципов, которые я постоянно применяю. Постоянно я возвращаюсь в памяти в те моменты, когда я победил благодаря Богу. Я думаю обо всем том прекрасном, что Господь сделал. Что Бог делал удивительные вещи в моей жизни. Хотя многое плохого происходило со мной. И даже сейчас есть какие-то вещи, которые не очень хорошо идут. И человек, смотря на проблему, с которой столкнулся, может настолько на ней зациклиться. Так что он даже не может прославить Бога в этой ситуации и быть благодарным, пока эта ситуация не решится. А я говорю вам, что это нездоровое отношение. Я не говорю, что нужно игнорировать проблемы. Нужно с ними разбираться. Нужно вкладывать в них мысли и усилия, чтобы их преодолевать, продумывать, как вы это сделаете. Но вам не нужно зацикливаться на проблеме до такой степени, что вы перестанете быть благодарны Богу. Не пропустите передачу Истины Евангелия завтра. Вы можете поддержать наше служение, чтобы мы смогли предложить вам еще больше книг и программ Вомака на русском языке. Для этого зайдите на наш сайт cbtcra.ru зайдите в раздел Пожертвовать. Далее, следуя указаниям на экране, заполните форму слева, указав свои контактные данные. Введите сумму для пожертвования. Обязательно поставьте галочку в разделе ⁇ Новости служения ⁇ Нажмите кнопку «Пожертвовать», чтобы сделать пожертвование с помощью кредитной или дебетовой карты. Безопасность платежа обеспечивается службой Яндекс. Благодаря вашим пожертвованиям наше служение сможет и дальше распространять истину Евангелия с Эндрю Вомаком. Если у вас есть вопросы или вы хотите сделать заказ книг и дисков Эндрю Вомака, свяжитесь с нами по одному из телефонов или написав на электронный адрес, который видите на экране.